Здравствуйте, сейчас вы узнаете все о самых свежих новинках проката кино, а также немного полезной информации, которая, думаю, вам пригодится. Все самое интересное впереди, не переключайтесь. Он должен помочь аресту кого-то из наркокартеля. Это как, заложить легавым? Никогда. А если я вместо него? Как далеко вы сможете зайти, чтобы спасти своего ребенка? Например, герой фильма «Стукач» ради спасения сына, которому грозит срок за продажу наркотиков, идет на сделку с полицией. Теперь он должен внедриться в самое сердце наркомафии, и это только начало напряженной интриги. Ты скорешился с легавыми, но что будет, когда мексиканец узнает, что ты стукач? Он отыграется на наших семьях. Я никому не позволю распоряжаться нашими судьбами. Какой же будет развязка? Смотрите в кино. Джон, ты уверен, что справишься? Отвечаю. Кафе «Кинофреш» – идеальное место для встреч с друзьями, романтических вечеров и деловых переговоров. Приятная атмосфера уюта и комфорта поможет скоротать время в ожидании киносеанса или отдохнуть после утомительного шопинга. Меню удивит вас разнообразием блюд европейской и японской кухни, но демократичные цены сэкономят ваш бюджет. Добро пожаловать в кафе «Кинофреш» быстро и очень вкусно. Это брак. Ты уже четвертый раз за день закрываешься в туалете. Ты инстинктивно пытаешься сбежать. Инстинкт — это бежать на толчок, когда приперло. Настоятельно советую всем, кто собирается связать себя узами брака, срочно смотреть фильм «Любовь по-взрослому», который приготовит вас к сюрпризам семейной жизни. Вашими гидами станут Пит и Дебби, глядя на которых, многие, наверное, узнают себя. Думаете, у вас будет по-другому? Не надейтесь. Слушайте, у вас в номере крысы. Вон, видели? Впереди выходные, ну а чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Сделайте правильный выбор, ведь дома вы такого не увидите. Правда, Брюс? Да.